Приветище, это зомби Эйсер, и мы продолжаем наши с тобой зомби-апокалиптические приключения. Поезд остался позади, очень далеко позади, поэтому у нас с тобой сегодня пешие прогулки. Тут у нас стенка, ее построили фермеры, чтобы оградить себя от зомбарей. Но, как мы знаем, это их не спасло. И сегодня мы эту стенку разбомбим. Сейчас я еще раз проверю, что динамит никуда не крепится. Нам просто нужно кинуть сюда вниз вот эту штуку, поджигаем, кидаем. Отойди, отойди, ты что творишь? Сейчас будет очень... Это фиаско, братан. Я не думал, что будет такой обширный взрыв. Но зато мы снесли двери. Так, дружочек, постой-ка ты вот здесь вот, ага. Хотя нет, иди сюда. Ты вот мне подставу сделал в прошлый раз, поэтому я сейчас тебе тоже эту подставу сделаю. Иди сюда. Давай, не бойся, подходи. Я думаю, что он не чухнет подвоха. Давай. Вот красавчик. А теперь вот здесь стой. Сейчас ждать. Стой вот здесь вот. Поджигаем динамит. Кидаем его сюда. И бежим. За кусты. Лучше за камень. Нафиг. Ух ты ж, блин, вот это. Вот это разнос. А псу вообще по барабану. Его не разворотило даже. Он, у него ухо там зачесалось где-то что-то. Ладно. Здоровье 100%. Ему вообще по барабану. Хорошо, тогда следовать. Погнали. Сейчас я перезаряжу дробаш, потому что кто их знает, кто здесь вообще есть. А может быть здесь живые будут? Слушай, поскольку забор-то закрыт, его не сломали. Это было бы прикольно. Хотя навряд ли. Навряд ли, потому что... Ну, вон, я уже вижу там... Это зомбарь, да? Это же зомбарь? Ага, в каске зомбарь. Мы же, получается, в ферме, когда бегали, там круг был защищенный, заборы везде не понаставили. А это внешний круг, получается. Точнее, мы вышли из круга вообще. Сейчас, пупсик мой, я избавлю тебя от мучений. Я иногда несу всякую ересь. Вот так. Ну, короче, я просто освобождаю зомбарей от их бренных тел. Давай. Опа. Как мне нравится хедет раздавать с дробаша, а? Пока все удачненько выходит. Ну, вот этому, конечно, пузатерщику громенному я с первого раза не снесу черепуху, но попытаться стоит. А может быть, мы вот так вот сделаем? Прям под ноги. Где гранат? Бежим. Ох, пуканщик тебя разнесло, да? Но он бодрячком держится, смотри-ка. Фух, нормально так отхватил. Пару царапик на лице точно будет. Царапик. Как будто кошечка. Ну ты видел у него ногти какие там? Нормально он так меня порешил. Решето сделал на лице. Сито. Что-то после того, как меня откинуло, у меня что-то с ружьем стало. Ну, я как бы дрожу. Что у меня по месту? У меня 47 килограммов. Можно, в принципе, водички попить. 4 бутылки осталось. И батончик сейчас захомячим. Давай батончик хомяч. О, да. Все, можно продолжать. О, консерву, конечно, надо брать. Етишкин ты, братишкин. Ты что такое выскакиваешь, что, а? Тушка. Не надо так пугать. Я и так, блин, без памперсов тут бегаю. Уже трусы неделю не стирал. И так воняю, как... О, Машунь. Бабах. Странно какое-то место. Прям, ну, вон домик я вижу. Один домик. Причем он здоровенный. Сейчас как бы нам поступить? Где-нибудь тут прыгать даже я не умею. Подпрыгнуть хотел, посмотреть, где тропа. Тропа у нас есть либо слева, либо справа. А либо пофиг бежать напрямую. Это будет прикольно. Ладно, погнали по прямой. Там сейчас могут встретиться, конечно, всякие странные тварюги. Я уверен, что я добегу до дома. Так, с какой стороны на меня хотят напасть? Я уверен, что когда я добегу до дома, я увижу тропу, по которой нужно было бежать. Фух, передышечка. О, нет, бежим. Не-не-не-не. А, ну вот тут вот мы можем что-нибудь увидеть интересное. Ни шиша мы тут не увидим. Васа, побежали дальше. Я бегу. Я бегу. И зомбарь бежит. Все хотят мозги. А я никому не дам мозги. Потому что я храню их для себя. Ничего себе я их... Ты посмотри, какую кучу. Армию целую приманил. Как-то вы меня так запалили-то издалека. Он там еще прется. Ё-моё. Ребят, вы что, так жрать хотите? Или у меня так вкусно мозги пахнут? Или вас
Давай, скидывай их, робот, скидывай. Я знаю, что ты их можешь скидывать. Но что-то не хочет он. Я знаю, что вас привлекает запах моих трусов. Недельной свежести. Ладно, дальше бежим. Сейчас еще парочку зомбарей здесь свистнем. С этих полей. О, уже слышно. И причем мне кажется, что там... На те. Я думал, что это бугай, но нет. Там вот еще... О, Машуня бежит. Едкая Машка. Я выбегаю из поля в дом. Знакомый дом, да, мы в таком уже бродили. Вот единственное, что мне не нравится, это то, что разработчик копипастит. Ну, взял, скопировал дом с соседней локации, поставил его сюда. Так, неинтересно исследовать его, когда ты знаешь дом. Внутри. Так. А чё, хедшоты все не раздаются больше? О, готов. Вон еще один прят. Робот, когда ты будешь по мне помогать-то, а? Сейчас, подожди, братишка. Все, заходим в дом. Нас тут радостно приветствуют. Мы приятные гости. Сейчас все тут обшкерим. Прошкерим. Вода, это очень хорошо. У меня как раз там уже проблемки с водой. О, и энергетик нашли. Это очень хорошо вообще. Тут двери не открываются. Заперто. Машунь, ты что ли? Вот этот сюрприз ты мне устроил тут. Новогодний подрывчик. Где ты? Откуда ты кинул-то? А, на... Ха! Ничего себе. Замаскировалась своей блевотней. Давай, выходи. Бабах. Интересно, тут есть какие-нибудь записки, ключи, что-нибудь, бабки нашли. Патрики. Хорошо. Тумбочки. Думал, кресло забыл обшнырять. Думаю, нафига кресло обшнырять? Куча ткани. Наверное, это... Ой. Наверное, это хорошо, блин, Машуня. Не отвлекай меня, Машка. Всегда напрягает, когда Машка выбегает прям тебе в лицо. А у нее лицо-то такое, смотри, оно огромное. У нее одно из больших лиц. Даже несмотря на того бугая, которого надо убивать пару часов. Все, наверх пошли. Машка, вот смотри, какое у нее личико. Широкое. Сейчас посмотрим, что у нас здесь. Широкое личико. Выходит из комнаты. Но нет тебе страха. Ты супергерой. У тебя есть антитела к зомби... Ух ты, шлема. Да пропусти меня. К зомби-укусам. Антитела. Все, забрали бабки, где куча патронов. Ух, хорошенечко. Сейчас, теперь нам надо на крышу где-то вылезти. Наверное, здесь вот. Ага, да, точно. И вот здесь вот еще кто-то. Кто там? Это я, дырявая башка. Ну, открывайся. Еще один безмозглый труп. Я тут был? Да, я здесь был. Наверное. Или не наверное. Иногда порой забываешься, где ты все обыскал, а где не обыскал. Нифига себе, их там в поле бродит. Мне вот интересно, а откуда сваты-то тут взялись? На фермерском поле. Не думаю, что ОМОН защищал фермы. О, речка. Это хорошо. А куда дальше-то идти? Вот мне вопрос очень интересный. Ну ладно, там болото. Наверное, туда куда-то дальше надо. Тропинки я так и не вижу. Давай спускаться вниз. В ящиках что у нас? Машуня. Опа, подставка. Ну, в смысле, не подставка для чего-то, а подстава небольшая. Придется молотком сейчас бить. А, я обдурил тебя. Ха-ха, робот мне помог. Чуточку. Вот так. Здесь пусто. Там деревяшки. Какие картины. Ну, давай смотреть, что за красной дверью. Мне бы сейчас плеер и музыку. Было бы роскошно, а то в тишине так ходишь, ищешь тут всякие предметы, убиваешь зомбарей, которые смотрят в окна. А в окнах-то там ничего нету, там никакой жизни. Вон, ты посмотри. Он просто смотрел в доски. Гранату нашел. Это хорошо, гранату достать надо. Пригодится. У меня патриков вообще... А, нет, ну я же на АК нашел патроны. Это хорошо. Для дробаша патронов как бы очень мало. Оу-воу-воу. Ты посмотри, вот это что такое? Консервированная фасоль, картошку. Забираем, конечно. Забираем. Все.
Все, патрон. Пистолет нашел. Ну, это хорошо же. Ну-ка. Что это за пистолет? Покажите. Автоматический пистолет, просто пистолет. Ого, ого. Нифига себе. Благо, что у меня куча патронов для пистолета. Буду ходить сейчас с ним. А тяжелую артиллерию оставлю для тяжелых зомбарей. Значит, все, я здесь все обыскал. Записок здесь не было. Ключиков не было. А вот здесь я был? Ага, я еще сюда не заходил. Я здесь... кладовая еще одна. Забирай, забирай, пожрать. Вы будете перегружены. Да ё-моё, давай аптечку заюзаем. Заюзаем аптечку, пожрем, попьем. А что у нас вообще по времени-то? Подожди. 15:57. Надо бы поспать еще где-нибудь. Надо обязательно поспать. Можно даже, наверное, здесь. Так, значит, у меня место все. Оно как бы кончилось. Бумажечка занимает 0 килограмм, значит, смысла ее выкидывать нет. Давай вот, мы молоточек здесь оставим, потому что он уже сломан. Может, кому-то сломанный молоточек пригодится, а вот это я заберу. Это мне нужно. Вот. Все обчистили. Выходим. Значит, куда побежим? Ну, наверное, только на болото. Во, да, там, вон, тропиночка, смотри, появилась. Я ее запалил. Я ее нашел. Тропинка, тропинка. Вот она. Вот так вот идет, походу. Заросшая, правда, тропинка, но... Ой-ё, а что так воняет-то? Нифига себе, ты посмотри, какая вонь. Я здесь могу задыхаться. Противогаз я никакой не нашел. Какой прикольный пестик. Чудо-пестик у меня, как автомат, стреляет. Могу направо пойти, могу налево. Так, направо, налево я уже ходил, пойдем направо. Налево в позапрошлой серии я ходил. Может быть, и можно было бы через болото проплыть, но... Учитывая, какое оно едкое, да, лучше так не делать. Ох, как ее разнесло. Было два очи. Ну, в смысле, два глазика, а теперь два глазика по отдельности. Хо-хо-хо-хо. Острота. Моего ума, перезарядка. Сейчас я по жопе отхвачу. Готов. Здесь еще сера есть. А, это рука. Подожди, а где-то серу? Вон она сера. Но я брать ее не буду. Брать ее не буду, незачем. Можно же динамит. Кстати, а куда динамит? А, я динамит забыл. Ну и ладно. У меня гранаты есть. Я динамит забыл там вот в том домике, где мы его создавали. Это прискорбно. Кстати, в этом пистолете в обойму 17 патронов. Это достаточно серьезно. Не успел повернуться. Где она? Все, слегла. Надо срочно аптечку. Юзай, 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 а то мы сейчас сдохнем тут нафиг с тобой. В этом вонючем болоте. Вонючий... Блин! Я же говорил, надо было налево идти. Почему я пошел направо? Ну почему? Смотри, машу не застряла. Веточка. Хотел в меня плюнуть. Ладно. Ладно, пойдем, значит, налево. Солнышко уже потихонечку садится. Блин, какое странное место. Какой-то зигзагообразный болотный лабиринт. О, надо, кстати, энерджайзеров выпить. Энерджайзер. Я бегу и вижу, как закат уходит за горизонт. Точнее, не закат, а солнце. Бабах. Да, вот здесь вот можно пройти. Можно еще и дальше пробежать. Там что-то стоит, нет? Мне кажется. Можно как бы вот туда сходить. А надо ли оно мне? Вот скажи, надо ли оно мне? Вот люблю сувать свой нос в ненужные всякие тропинки. Нет, я туда не пойду. О, я туда не пойду. Готов? Блин, пекль вообще мощный. Надо будет, походу, вернуться домой и поспать. Ну, в смысле, не к себе домой. Ух ты, кто это тут? Кто это тут? Покажись. Машка... Неубиваемая какая-то была. Смотри, это сердечко кто тут вырезал? А, не показалось. Но издалека смотрелось, как будто сердечко. Значит. Значит. Что-нибудь здесь будет, нет? Какое-нибудь стоп-слово или... Я не знаю, выход с этого вонючего болота. Тут невозможно находиться. Пожалуйста, дайте мне выйти отсюда. Уже темнеет. Я боюсь потемок. Я тот человек, который боится ночи.
О. Почти не заметил. Сейчас еще стемнеет, вообще никого видно не будет в этой долбанной глуши болотистой. О, нифига себе. На болоте кто-то жил? Серьезно? Кто в такой воне мог жить? Вот этого бугая надо бежать. Не смотри на меня, не смотри. Я не хочу с тобой драться. Все конкретные потемки, включаем фонарик. Вот этого тоже бежим. Вот, чудесно. Блин, сейчас, подожди. Я все-таки рискну вот так вот сделать. Воу-воу-воу-воу, я пробежал, но потерял 50% своего здоровья. Это не очень хорошо, ладно. Но у меня есть куча бинтов и обезболивающие. Это должно меня спасти. Давай. И пёсель меня догнал. А пёсель-то пофиг. Вообще, насрать, где ходить. По болоту вонючему или нет? Нет, как ты меня запалил, если вот этот чиж даже не запалил? Честно, сколько? Тебе обоим придется выпустить. Оп, патрики кончились. Две обоймы. Ладно. Смотри, сколько тут взрывчатки-то. Это же взрывчатка? Да, это взрывчатка. Я думаю, тут может быть какое-то месиво. Кто-то готовился к конкретному нападению. Еще патроны. Но, видимо, учитывая, что бочки целые со взрывчаткой, они не отбились, эти чуваки. А, блин. Полинский. Откуда он взялся-то? Откуда он вылез? Пра-п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 а. Фух. Не хватает в этом пистолете немножечко побольше. Магазин бы сделать. Патронов не хватает. Внизу ты вон красавчик. Далеко отошел от взрывчатки. О, можно вон там вот сделать. Давай. Бабах. Вот это я понимаю. И вот это вот сейчас. Бабах. О, хорошо. Жареним зяпахлю. Щечлечком. Где здесь лезть-то? Можно. Как туда вниз спуститься-то? Вниз хочу спуститься. Че, прыгать что ли? Вот здесь вот. Ладно, я спрыгнул. О! Еще патрики. А, все понятно. Надо было спуститься на первый ярус, а тут вот проход есть. Блин. Неубиваемая зараза. А я здесь могу поспать где-нибудь? Подожди, давай-ка попробую я тут расстелиться. Это же все-таки спать только в зданиях. Да еб... Эх, ладно. Упал! Блин, нет. Какого черта я упал? Фух, слава богу, что есть автосохранение. А то бы пришлось бы пидолить от самого, знаешь, этого взрывного забора. А это печальная и скучная история получилась бы. Так, хорошо, здесь я все облазил тогда? А, ну да, вот именно здесь-то я и грохнулся. Я тут что-то лазил и упал, сболтался. Окей. Значит, теперь... А, можно было... Вот если бы я упал, надо было вот сюда бежать, и там бы поднялся. Их. Ну, я тогда в панику вошел, в паническое состояние, и поэтому... О, кстати, вот здесь вот можно поспать. Тут доброжелательные соседи, у меня вот даже тут омлетик кто-то пытался сделать. Омлетик из мозгов. Кто-то бежит, смотри. Блин. Машунь, прости. Я не хотел, чтобы твои мозги разлетелись. Но так вышло. О, еще один. Нифига себе. Еще кто-то здесь. Поешь налево. Фух. Ну, вроде бы все. Место зачистил. Тут, конечно, дверей нету и не очень-то безопасно, но... Не знаю, сейчас посмотрим, смогу я тут поспать или нет. Потому что в потемках я здесь бродить не... Сколько гостей-то пришло, а, навестить меня. Так, значит, достаем кровать. Давай, ставься. Зомби слишком близко, вы не можете спать. Да е-мое. Кто? Ух, нифига себе, бугай какой пришел. Мне повезло, что он не размочил мои мозги. Так. Он причем замахнулся, но я как-то умудрился увернуться. Не знаю, как это уж. Кровать моя. Смотри, что с ней стало. Ладно, давай спать. 12 часов. Так, поспим. Стоя. Доброе утро. Сколько у нас времени? 8 утра. То, что нужно. Забираем кроватку. Выключаем фонаридзе.
Нифига себе. Ничего себе. Вот это да. Вот это тут город на болоте. Серьезно, кто тут заморочился, строя все это дело? Но непонятно зачем. Видимо, они... Ух ты! Видимо, они думали, что... Инженерного стола здесь нет, это только сумки. Одежду могу шить. О, да. Одежду хочу одежду. И плавильное стекло, стеклянные бутылки. Инженерный столик бы где-нибудь найти. Короче, почему построили город здесь, на болоте? Они думали, что болото будет отпугивать зомбарей, видимо. Но они ошиблись. Надеюсь на то, что... О, тут что-то можно. Что-то я не обыскал тут все. Пойдем в следующий домик. Какое интересное место. Гранаты. Хватит пялиться в стенку. Когда к тебе приходят гости, ты должен уделять внимание гостям. Пойдем повыше поднимемся. Блинский. Жалко, нельзя прикладом лупить. Или можно? Я уже забыл. А, можно же. Можно бить как-то прикладом. Или нельзя? Или это с другой игрой перепутал? Так. Тумбочки проверяем. Здесь по-любому должно быть что-то интересное. Где-то в каком-то домике. Про сюжет что-нибудь. Ну, что-то должно быть. Только это нужно найти. Ладно, идем в следующий дом. На втором этаже у нас... Блин, вот тут спальни. И вот тут может быть какая-то записочка. Маша, блин, готовилась меня расцеловать. Но я успел ее остановить. Так, тумбочки. Все, я перегружен. Понятно. Опа, я же говорил, записочка. Сейчас почитаем. Записочка. Здесь пусто. Че в записке написано? Давай читать. Давай. Это второй день осады нашей базы. Зомби приходят почти непрерывно. У нас даже нет возможности навестить родственников на фермах и хоть немного пополнить припасы. Тело зомби мы сбрасываем в воду. Из-за этого вода позеленела, а вокруг начинает подниматься отвратительный смрад, которым невозможно дышать. Среди населения базы набирает популярность идея откачать отвратительную воду и попытаться спастись бегством. Тут где-то, значит, был насос. И понятно, почему болото так воняет. Вот же они, дебилы. Зачем скидывать зомбарей в эту воду? Они могли этой водой как-то там, не знаю, вещи постирать, да, питаться. Ну, хотя болото, ладно, проехали. Болото, оно и в Африке болото. Сделали его так хуже. Значит, нужно воду откачать. Где-то здесь у них должен быть насос. Но я вот не знаю, разработчик его сделал или нет. Потому что это вторая уже локация. И третью он еще не сделал. Ну, может, мы через эту локацию сможем к поезду выйти обратно, а? Это было бы очень хорошо. Готов? Внизу лавочки, здесь тоже лавочки, растения даже растут, не загнили еще. О, как они прикольно здесь сделали-то. Бугай, иди сюда. Машка, ну вот за что ты так? Level up! Ничего себе. Ну да, давно уже пора, я столько зомбарей перебил. Че качаем? Силы, конечно же. Силы. Взрывайтесь нафиг. Отличный подрыв. Ай-я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 й. У меня здоровья нет, кретин. Напал на меня в самый неподходящий момент. Так, винты. А аптечек нет? Все плохо. Сейчас обезболивающую. Давай, обезболивающую. Погнали дальше. Надо перезарядить дробаш, потому что ситуация обостряется. Что-то как-то тут неуютненько. Тебе так не кажется? Машка почему-то кинула своего собрата. Свою вонючку. Интересно, она, видимо, с ним поссорилась. Они друг с другом не общались. Ладно. Что у нас здесь? Еще одна. Вот здесь вот что-то может быть тоже. Не, нифига. Нифига. Как ты мне... Твою... Дивизию! Повылазили тут все. Медпункт?
Больничечка? О, вода. Надо взять. А есть тут аптечка? Мне бы аптечка не помешала. Вот эти штуки не открываются. Жалко. Жалко, жалко, жалко. Вышла отсюда. Мне не нужна медсестра. Сейчас еще здесь открою. О, еще одна медсестра. Еще одна медсестра. Ничего себе. И еще одна. Капец, вы что, сдурели, что ли, тут? Дикие медсестры, которые хотят меня спасти. И задушить. Блин, нет, дробаш все-таки это вещь. Против дробаша вообще нет приема. Обычно говорят про лом-то. Все, он слег. О-ху-ху-ху-ху, ты видел эту толпу. Нифига себе. Откуда ж вы вылезли-то? Черт, у меня патронов нигде нет. Твою налево. Благо, что в калаше было хоть чуть-чуть заряжено. Так. Я бугая того укокошил, надеюсь. А то мне бугай доставляет на самом-то деле. Сейчас немножечко успокоительного тоже бомбану. Так вот. Все, пойдем. Ну. Бугай, выходи. Блин. Ненавижу эту вонючку. Вонючки, вонючку. Бугая, по-моему, я ушатал. Да, вот он лежит. Он тут, видимо, был на релаксирующем спа-массаже. Его тут Машки обслуживали. Как это называется-то? Когда ты уезжаешь в другой город подлечиться. В санаторий, да, он в санатории был. Вот. Бабок у кого-то тут. О, аптечка, очень здорово. Аптечка, это классно. Сейчас. Хотя, не отдавай аптечку, не будем юзать. Пока по здоровью все ок. Мы оставим на потом. Складовский. Складовский. Бинтики возьмем. Нужны. Все. Блин. Че так из-за углов-то выходите, а? О. О-о-о. Что это за местечко? Блин. Ага, нормально его унесло. Остались только руки. Ну и себя тоже покоцал, конечно, знатненько. Я уже всю эту локацию практически... Блин. Я, по-моему, столько зомбарей не убивал за всю игру. Что это за напасть такая тут? Они реально тут как будто... Кто-то сверху идет. Опа, жопастик. Они реально тут бесконечно просто, видимо, шли на эту локацию, как говорится в письме. И теперь их просто тут отвратительная куча. Куча мала. Куча... Вот он насос, вот он. Похоже, у меня нет другого выхода, кроме как осушить это отвратительное болото. Мотор отключается спустя некоторое время, что не позволит мне отойти от него надолго. А также издает много шума, что привлечет... Зомби. Мне нужно тщательно подготовиться к обороне. Ясно. Ясно, что все печально. Ну, ладно, давай включай. Пофиг. А, подожди, надо было сохраниться. Ну, давай уже позже сохранимся. Звук он, в принципе, приятный издает. Сирен никаких нету. Интересно, а к чему насос подключен? Я вот не вижу никаких труб от него идущих. Он просто наверху стоит, как какой-то, знаешь, двигатель, и все. Вода откачивается? Нет, ты видишь, чтобы она откачивалась? Куда мне вообще надо идти? Так, он отключился, подожди. Ты видишь, чтобы она... А, вон по той лесенке можно смотреть, осушается или не осушается. Не знаю, я вот смотрю сейчас на эту лесенку и думаю. Хотя второй уровень вроде появился. Слушай-ка, ну да, вроде осушает. Вон там уже третья ступенька появляется, я ее вижу. Надо перекусить, а то... Ой, не то нажал. А то у меня тут совсем траблы. С питьем и едой. Сейчас тебе покажу, сколько я там уже откачал. Приличненько так. Это прикольно. Вон, смотри. Вон уже третья ступенька проступила. Вон зомбари бегут. Бочки давай... А, это не бочки, блин. Ну ладно, где бочки-то есть? Смотри, какое количество их бежит.
Какое количество? Какое количество? Мой русский perfect English. Ага. Значит, по бочкам надо стрелять сейчас будет. Возьму АК. Давай. Ей, размозжил парочку. Хорошо пошло. Готов. Вон там уже бегут. Сейчас с этой стороны посмотрю, могу ли я их как-то чем-то задержать. Там бочка, конечно, лежит. С этой стороны пока тухленько. Вот он, пупсик наш, бежит. Бах, бабах. Кончился. Так, пёсель, знаешь что? Вот мне бы как-нибудь тебя здесь поставить, чтобы ты вот стоял и все вот тут. Ладно, стой вот здесь вот. Ждать. Чё, сколько мы там уже сушили? Почти все. Уже вон сушь видна. Короче, смотри, тут уже конкретно вон сушь. Воды все меньше и меньше. Как он это все откачивает, я не представляю, но, видимо, очень мощный массаж. Массаж, ага, насос. Ух, как сочно. Там он что-то летает еще. Машка там встала. Благо, что калашников на дистанцию берет. Есть. Смотри, какая толпа идет. О, надо было ее подорвать, блин. Но они все далеко от бочки шли. Ладно, не страшно. Так, 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 есть идея, есть идея. Главное, чтобы граната достала. Главное, чтобы граната достала. Опа. Ох, главное, не упади, граната. Черт. Ножи. Ну ладно, пойдет. Ну. О, хорошо. Всяко. У-у-у, ко мне уже пришли. В гости. Так. Блин, рано, наверное, бочку подорвал. Значит, нам надо сейчас будет вон ту бочку еще подорвать. Блин, они все идут и идут, идут и идут, идут и идут. Может быть, уже хорош, а, ребятки? Может быть, достаточно. Давай сейчас посмотрим, что у нас там по суше. Я просто отсюда спрыгну, сдрисну и все. Так, ну там еще как бы водичка-то есть. Водичка есть. Видимо, пока вонь вот это присутствует, мне надо откачивать. Откачивать и откачивать воду. Давай сейчас бугая попробуем уничтожить. Готов. Теперь он нам не страшен. Есть. Все, АК закончилось. У меня 48 патронов в пистолете. Так, быстрее надо запускать эту фигню. Давай, 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 поднимайся. Что случилось-то? Поднимайся. Где-то присел, непонятно где. Они сейчас будут подниматься. Готов. Тебе сейчас черепуху разнесем. Есть. Еще бугай. Готов. Так, что по воде, что по воде, что по воде, что по воде. Пока воняет. Пока воняет. Все очень, очень нехорошо. Очень нехорошо. Все чуть-чуть, и у меня закончатся патроны. Повернись ко мне. Повернись ко мне. Застрял. О-о-о, привет, ребятки. Я думаю, что надо действовать сейчас по ситуации. Так, робот, вот так вот стой. Стой, не двигайся. Хороший момент. Следовать, ждать. Все, пора бежать. Пора бежать. Ух. Я прыгаю. Где прыгать? Да, здесь прыгай. Так, пока нормально. Пока нормально. Все, бежим отсюда нафиг. Несмотря на то, что воняет, в принципе, можно ходить. Можно. Вон он, тот сломанный мостик. Воду я хорошенечко откачал.
Фух, давай энергетика бахнем и драпаем отсюда. Просто несемся на всех. Они тоже прыгают, смотри, они спрыгивают, ё-моё. Да, надо отсюда срочно бежать. Капец, капецки. Я бегу, бегу, бегу. Что это? Что это? Это подъем такой же, как там? Надеюсь, он не рухнет нафиг. А то мой пес не поднимется по нему. Хорошо. Давай восстанавливаем энергию. Вот-вот-вот. Надо перезарядиться на всякий пожарный. Патроны по нуле. По нуле дзе. Короче, патрон на нуле. Нет у меня боезапаса вообще никакого. Так, главное не сломайся, мостик. Главное не сломайся. Мостик целехонький. Значит, робот заберется. Это хорошо. Будет прикольно, если я сейчас к поезду выбегу с другой стороны. Я так хочу увидеть свой поезд. Я по нему скучаю уже. На нем так безопасно. Еще один спуск. Это же мой поезд. А, вон где мы вышли. Нифига себе, мы Круколя навернули, так навернули. Я ж сюда хотел в первой серии залезть. Ну, не в первой, а во второй. Все понятно. Все, спрыгиваем. Вот так вот. Фух. Фух-фух-фух. Это чудовищно прекрасно. Это великолепно. Заодно сейчас и сумки апгрейжу. Только надо будет робота дождаться. Надеюсь, что зомбари сюда за мной не придут. Это очень страшно. Значит, нужен моторчик, нужна сумка. А сумки-то я... А, сумки в роботе остались. Точно. Так, давай поспим, короче. Спать до утра. Я слышу зомбарей. Почему я слышу зомбари? Песель еще не пришел? Ладно, давай еще поспим. Ну, часа 4. О! Бодренькое утречко. Песеля нет, он еще не пришел. Я стою так уже 2 часа, наверное. А песеля все нет и нет. Походу, я его просрал. Я его, по-моему... Да, я ему сказал, я дал команду, чтобы он меня ждал. Чтобы он встал поперек, чтобы он меня ограждал от зомбарей. А я его кинул. Ладно, пофиг. Сделаю себе нового. Поехали, короче. Let's go. Песель, прости. Не, было бы, конечно, прикольно, если бы он сюда пришел. Но я сомневаюсь. Я точно помню, что я поставил его на ожидание. Ну ладно, чё. Чё поделать. Поехали вперед, посмотрим, что нас ждет дальше. Я, кажется, вижу, что там завал. Переграждены железные пути. Ну да, да-да-да, надо... В данный момент это конец сюжета игры. Вы можете продолжить исследовать мир, но ресурсы и зомби больше не будут восстанавливаться при возвращении в предыдущие локации. Также вы можете начать новую игру плюс с сохраненным поездом и всего прогресса игрока. Нет, так неинтересно, так неинтересно. Поезд остановился, все. Дальше пути нет. На этом все. Ждем новых обновлений и продолжения игры от разработчика. Если тебе понравилось, то не забывай поставить лайк под видео и подписаться, если ты еще не подписан, чтобы не пропустить следующих крутых серий по другим игрушкам, например, Supraland. Так что увидимся в следующем ролике. До встречи!